أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Барлык хамды сана, барлык луклау, фақат Раббабыз бір Аллахы Субханаху ва Тағалаға ғана хастыр. Көңіл түрлерінен шыққан салават шарифелеріміз, пиғамбәріміз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямға ғана ершіп тұрса еді. Дорогие братья, дорогие сестры, продолжаем с вами изучение тех аятов, которые мы с вами читаем в наших таравих намазах. И сегодня остановимся на отрывке из суры Аль-Аграф, это 103 аят. И последующие аяты, в которых Аллах Субханаху ва Тааля рассказывает о приключениях пророка Моисея, пророка Мусы, алейхиссалям, каким образом, альхамдулилля, он пытался спасти свой народ, он каким образом пытался спасти братьев евреев, каким вот образом у него это получалось, и какие Аллах Тааля дал испытания этим людям, дал испытания фараону, об этом рассказывается в аятах этой прекрасной суры. Аллах Тааля говорит: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه. И после мы отправили Мусу, Моисея, с нашими знамениями к фараону и к его знати. وملائه فظلموا بها. И они поступили с ними несправедливо. Надо понять, что до пророка Моисея, до пророка Мусы, вот эти жители Египта, они, у них было отношение к евреям нормальное. Но когда один из евреев, да, это Юсуф, алейхиссалям, Иосиф прекрасный, да, по Библии получается, по мусульманству это Юсуф, он стал вельможей Египта и стал одним из помощников фараона настолько близким, что после смерти фараона он возглавил Египет. И поэтому многие египтяне начали выражать такие антисемитские выходки, да, то есть понаехали тут такие сякие, тут еще королем стал, да, фараон же, знаете эту историю, да, он умер, и после его смерти правил Юсуф, алейхиссалям, и поэтому они все боялись, пока Юсуф был у власти, но когда Юсуф умер, его детей не допустили к вот этой аристократии, да, к его не допустили вот этой к знати, и всех иудеев выгнали из правящих кругов. Вот, то есть гонения, которые Гитлер совершал против иудеев, они были не только тогда, да, то есть во время Гитлера, они были уже до пророка Мусы. И вот как раз в это время их начали изгонять со всех постов. И говорится в сообщениях, что было в районе 354 тысяч иудеев, которые жили в Египте. И потихонечку вот этих грамотных, образованных людей в течение там нескольких столетий превратили в рабов. И примерно говорится, что это 3-4 было столетия, и после смерти Юсуфа они стали просто рабами. Они работали бесплатно, их били, их унижали, и они являлись на уровне животных, которыми помыкали уже фараоны и его знать. И поэтому Аллах Тааля говорит: мы отправили Мусу, алейхиссалям, с нашими знамениями, чтобы он спас вот этот народ. Чтобы Аллах Тааля спас вот этот народ, а Муса был как раз этим инструментом, который поможет на этом прекрасном пути. И Аллах Тааля дальше говорит: «Кейфа кана акибатуль муфсидин». И посмотрите же, о люди, размышляющие вот над этими аятами, которые в последующие Аллах Тааля будет рассказывать. «Кейфа кана акибатуль муфсидин». Каким же был конец людей, которые распространяли нечестие, этих распаявшихся нечестивцев, которые потеряли абсолютный страх перед Всевышним Аллахом, потеряли абсолютный страх перед Его пророком. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля дальше уже начнет рассказывать вот эту историю. Как мы знаем, пророк Муса, после того, как у него произошло столкновение, да, он убил одного из египтян, он убежал из города, да, это был город Мемфис, он убежал из города Мемфис. Потом Аллах Тааля сказал ему обратно вернуться и спасать вот этот иудейский народ. Он вернулся, и Аллах Тааля что говорит? «Иди к фараону и объясни ему, что он вышел из той нормы, что он уже слишком приступил законы». Преступлением главным фараона является не помыкание иудеями. Главным преступлением фараона, если мы посмотрим по Корану, является, что он сказал: «Ана раббукум уль-а'ля». «Я ваш высочайший Господь».
То есть он, если до этого люди говорили, что фараоны это люди, да, что фараон это человек, такой же, как женится, спит, туалет ходит, да, обычный человек, он начал говорить, что он Бог. И вот когда вот эта ситуация с иудеями пошла, иудейские волнения в Египте пошли, было понятно, что вот эти протесты могут привести к митингам, к всяким революционным действиям, он начал уже убивать людей и говорит, вот видите, я Бог, говорит, я убиваю. И вот этот фараон настолько сошел с ума, что всех неугодных людей он уже начал терроризировать. Абсолютно, вот начался настоящий террор. И поэтому Аллах Таля отправляет пророку Мусу и говорит, чтобы он донес до Фирауна, что он никакой не Бог, что он такой же человек. И почему он себя называет Богом? Просто он хочет удержать в руках всю свою власть. Он боится, если люди подумают, что он не Бог, а просто человек, они могут его просто убрать. То есть он боялся очень сильно за свое место. И что сказал Муса, когда встретился с фараоном? وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ أَوْ فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Я посланник от Господа миров. И как вам кажется, пришел мужик с пустыни, такой дряхлой одежде, говорится, что пророки красиво не одевались, фараон, вельможа, такой красиво одетый на своем троне. И как он отреагирует? К нему вот каждый день какие-то чудики приходят, он всех там вышваривает. Ну тут чисто по старой памяти, потому что, как вы знаете, Муса вырос при дворе фараона, да, он же его нашли в люльке, в водичке, да, его занесли, он вырос, его более-менее знали, и поэтому его хотели выслушать. Ну что ты расскажешь? Ну давай расскажи. 10 лет ты пропадал где-то. Хакикун аля алла акуля аля Аллахи илля аль-хакки. Мне полагается говорить об Аллахе ничего, кроме как правды. То есть лгать я не буду. Терять мне нечего. Я не лжец. Я Божий посланник, говорит. Кададжитукум, я пришел к вам. Бибайинатим мир раббикум, со знамением от вашего Господа, от Творца, от Субханаху ва Тааля, от Аллаха, да? Фаарсил маъя бани Исраиль. И поэтому, о фараон, отпусти меня с моим народом, с Бану Исраиль, с израильтянами, отпусти меня. Ты не имеешь права их, говорит, делать рабами. Это богоизбранный народ, да, Аллах Таля в Коране говорит, что иудеи в свое время были богоизбранными. Фаддальнакум аляль алямин. Аллах Таля превознес вас над всеми мирами, говорил про иудеев, да, по тем временам. И поэтому он донес до фараона вот эту истину, что Аллах Таля любит вот этот народ. Почему? Потому что этот народ, у них была основа единобожия. В то время как у фараона и у египтян единобожия не было. Они были закоренелые язычники, и настолько закоренелые, что не просто камнем поклонялись, они делали жертвоприношения людьми каждую неделю. Кого-то убивали, просто так, чтобы там дождик был. Вот сегодня вы же дождик дождались, да? Альхамду, неделю ждали. А бы египтяне не ждали бы. Они бы пятерых каждый день зарубали бы с утра там до вечера, чтобы дождик пошел. И вот таким вот образом они справляли свои религиозные обряды. Вот. И фараон говорит: «Каля, ин кунта джи'та би аятин фа'ти биха». «О Моисей, о Муса, ты пришел ко мне с этой вестью. Но если ты говоришь, что принес мне какое-то знамение, какое-то мохджиза, какое-то там что-то великое, удивительное, фа'тибиха, ну покажи мне, что ты удивительное можешь показать. С чем ты можешь меня удивить? Вот представьте себе, он сидит на троне. Как будто вот я сижу с планшетом такой игры, сидит и играет. Тут вот собрались все его вельможи, все его министры, замы, советники. И он такой сидит, прикалывается. Ну давай показывай свои, говорит, хикматы, что ты там можешь удивить? Он даже не знает, что у Мусы на самом деле есть чудеса. Для фараона это очередной чудик, пришедший из пустыни. Он все еще не понимает, что это на самом деле посланник Всевышнего Аллаха. Инкунту мина садикин. Или ты не говоришь правду? Если ты говоришь правду, показывай чудеса. Фа-алка асаху фа-ида хия су'бану мубин. И тогда Муса пришел со своим посохом. И он при всех ничего не стал говорить, просто взял и бросил посох во дворе. Вот вы как сейчас сидите, да, кто-то там спит, кто-то там летает где-то, да. Он взял, бросил посох так, что люди, которые сидели отвлеченно, не слышали, ничего не думали, взяли вот так, посмотрели на этот звук. Посох упал на каменный пол. Вот так, шох, упал. И потихонечку посох начал превращаться во что? Су'бан, змею. Она превратилась в змею, да, мубин, который четко, конкретно, это была змея.
Если вот некоторые говорят, что это было какое-то там превращение, это обзор глаз, нет. Слово «мубин» означает, это конкретно была змея, настоящая змея. И в некоторых хадисах говорят, что это была как анаконда, огромная такая, да, большая змея это. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. Он взял, говорит, свою руку, вот обычную руку, видите, да? Она у меня такая бледная, конечно, как у немца, да, такая, у кого-то она вот потемнее будет, да? Вот, он взял руку вот так засунул, بَيْضَاءُ, и она стала белая, как молоко. Вытащил вот так, и белая, как молоко стала, да? И все удивились. И вот даже те, которые там в краю сидели, такие посмотрели. Тут змея. Он руку высовывает, рука белая, как вот молоко. Ее обратно засунул, она стала обратно обычного цвета. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Люди, говорит, привстали вот так и сказали, что он творит, что он творит. Это колдун какой-то. Идите, выбросьте его. Сахир, он говорит, колдун. Он сейчас, значит, одурманить хочет. И фараон засомневался. Потому что такую вещь он еще не видел. Он видел всякие там пшики, да, всякие там нелер, сихр вот этот, колдунов, да, вот этот, как там называется, инде? Трахтибидох вот этот, хатам сейчас дергал же там, трахтибидох, вот это все он видел. А тут явно змея настоящая, настоящая, шипит, рядом ходит. И вот фараон очень сильно удивился. Люди сказали, что это колдун. Но почему сказали, что это колдун? Потому что им было страшно. Мы же всегда боимся того, что нам страшно, да? Что мы не знаем, что для нас удивительно и непонятно. И так же стало для фараона. Дальше. «Юриду ай юхрижукум мин ардыкум фамаза тутмарун». Он хочет вас вывести из своих земель. То есть вот ученые толкарами толкуют это двумя способами. Во-первых, они говорят, что вот эти мэляу, то есть знать, она встала и сказала, он сейчас, говорит, хочет нас одурманить и убрать нашу власть. Ну, богачи же всегда боятся за свою власть, да, естественно, боятся за свою власть. Каждый, мы тоже боимся. Я вот как муж боюсь, что у меня жена может захватить власть, да. Вы, наверное, боитесь, жены боятся, что мужья могут у них кухню захватить, да, каким-то образом. Каждый из нас за свою власть беспокоится, это нормально. Вот, и вот эти вельможи тоже привстали, им стало страшно. Сейчас Муса со своими ягудами будет захватывать власть. Как Ленин, да, в свое время там со своими партизанами Ленинград захватил. Они тоже испугались вот этого. И они сказали, что «фэмэзэ тутмарун», надо что-то делать, надо что-то делать. Кто-то засомневался, тут, наверное, какой-то хикмат есть. На самом деле, может, и правда. Но все равно жажда власти, она намного сильнее, да? Жажда власти, она намного сильнее. Мы же знаем, что порой вот этот человек прав, но жажда власти не дает это признать. Почему? Потому что мы боимся потерять наше влияние. Это очень страшно. Дальше. قَالُوا أَرْجِخْ وَأَخَوْهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ الْحَاشِرِينَ. Надо, говорит, взять его со своим братом и унизить при других людях. И разошлите по всем нашим городам людей, يَأْتُكَ بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمٍ, чтобы нашли самых таких крутых колдунов, которые будут все это, докажут вот этим всем людям, что Муса со своим братом Харуном, да, которые пришли, вот это чудо показали, что они чисто вот такие лжецы, что они шарлатаны, да, как в свое время там всякие Копперфильды были, вот нас обманывали, обманывали, а в итоге это все шарлатанство оказалось. И поэтому фараон и его маляих, и его знать отправляют по всем городам, на поиск людей, которые являются всякими такими колдунами. И в определенное время назначается на главной территории Мемфис. Мемфис – это город, где жил фараон. Он в Каире не жил, не думайте. Это Мемфис, это уже забытый город. Вот на этой город, на площадке собирают вот такой сабантуй, да, большое мероприятие. Вот это большое мероприятие собирают на Майдане и говорит своим колдунам, вот, говорит, мои колдуны, покажите, что ваше колдовство, что ваши чары, что ваша мокджиза, вот это самые правильные мокджиза. А то, что Муса пришел там из пустыни, свои палки бросает, эта палка потом превращается в змею, и что это все туфта? Докажите все это, пожалуйста, говорит. И смотрите, Аллах Таля дальше говорит, «Ваджа ас-сахарату фирауна». И вот пришли самые лучшие фирауны, и что сказали? «Инна ляна ля аджран, инкунна нахну лгалибин». Ты, о фараон, нам же деньги дашь, говорит, если мы выиграем? Большие же деньги дашь нам? Чаевые-то, говорит, дашь?
Каля наам, конечно, говорит, да, ва иннакум ля миналь мукаррабин, я сделал вас приближенными, вы у меня будете замами, вы у меня будете советниками, близкими людьми. Калю я Муса, имма ан тулкия, ва имма ан накуна миналь мулкин. О, Муса, ты бросишь первый вызов в нашем поединке, или мы бросим вызов первый? И Муса отвечает им: «Калю альку». Давайте вы начинайте, говорят. «Фалямма альку сахару а'юна наси». И начали вот эти колдуны фараона, они бросили свои палки, веревки, кто-то говорит, что даже ремень бросил, да, бросили вот эти вещи, и на них свои порошки начали сыпать. Ну, то, чтобы человеческий глаз охомутать, да, и изменить, чтобы человек не увидел. «А'юна нас». Они, говорят, очаровали взоры людей. «Вастахбархум ваджаа бисихрин алим». И вселили страх в ним своим великим колдовством. На самом деле у них колдовство не такое сильное было, потому что это было просто, говоря современным языком, химия. Они бросили наркоту, да, вот чтобы опьянел человек и начал сам себе придумывать. Сегодня мы это таблетками можем каким-то образом, да, галлюцинации привести. Вот эти галлюцинации, они были химики, вот эти фараоновские помощники. И вот они вот эту химию бросили, люди увидели, что вот эти веревки начали словно змеи шевелиться. И дальше. وأوحينا إلى موسى منوشلي موسى أن ألقي غصاك. Давай, Муса, теперь ты бросай. فإذا هي تلقف ما يفكون. И вот эта палка его посох упала, она превратилась в змею. И что она сделала? ما يفكون. Она съела всех. Она подходила, каждый вот так съедала. И в итоге, когда у людей просто упал вот этот сихр с глаз, вот этот очарование с глаз упало, они увидели, что есть змея Мусы. И есть всякие веревки лежат на земле. И вот таким вот образом Аллах Таала говорит: «Фаваха аль-хак». Истина подтвердилась. «Вабаталя макану ярмалюн». И вот эта лживость, вот этот обман доказался, что вот эти колдуны на самом деле были всего лишь шарлатанами. Они хотели охомутать. Вот. Самое интересное впереди, джамаат. Самое интересное впереди. Смотрите, что говорит. «Фагулибу гуналика ванкалабу сагирин». Эти люди были повержены и были унижены, потому что они считали, что их химия, их наука... Вот сегодня же наши научные люди, братья наши, атеисты, что говорят? Нету Бога, вы все напридумали, наша наука – это вот все доказательства, Бога нет. Аллах что говорит? «Фагулибу гуналика ванкалеву сагирин». Они были унижены, потому что по тем временам это были люди науки. Это были люди науки. По тем временам они обладали самой крутой наукой. У них была самая современная химия, да, физика. Но что произошло? Слушайте. И вот эти колдуны упали сажда. Они упали ниц. И что они сказали? Калю аманна би раббил аламин. Мы уверовали во Всевышнего Господа, Господа миров. Рабби Муса ва Харун. Господа Моисея, Мусы и Харуна. И что они? Они поняли, что это все, что они пытаются делать, это все вранье. А то, что с чем пришел Муса, это и есть истина. Что наука, какая бы она сильной ни казалась порой нам, ее иногда может изменить чудо Всевышнего. Что чудо Всевышнего может изменить всю систему, все понимание нашего. И что фараон им сказал, это последний аят, мы с вами успеваем. «Каля фирауну аамантум бихи каблю ан аддзана лакум». О, вы, говорит, бессовестные мои колдуны, я вам деньги плачу. Как вы без моего разрешения сделали сажда? Как вы без моего разрешения поверили в Господа Харуна и Мусы, как Господа вашего? Кто вам дал разрешение? То есть этот человек сошел с ума настолько, он говорит, вы должны у меня спрашивать разрешение, чтобы иман делать, говорит. То есть поверить в Аллаха. «Инна хада ля макрум макартумуху фил мадинати». Это, говорит, Муса с вами заранее договорился. Вот как хитро, да? Это Муса, говорит, с вами заранее договорился. Он, говорит, схитрил, чтобы потом, говорит, вы меня, говорит, с власти убрали. «Фил мадинати литухриджу минха ахлиха». Чтобы вытащить, всю знать, выгнать. Вы, говорит, нашу власть хотите убрать. Вы, говорит, хотите, яхуды, говорит, сесть туда, контролировать вот это все. Вы, говорит, бессовестны, вы, говорит, заранее все договорились. «Фасауфа та'алямун», но скоро вы узнаете, я вас всех буду наказывать, сказал фараон и начал наказывать. Но это время у нас уже не остается. В следующий раз на эту тему, иншаллах, поговорим, каким он образом наказывал. Субханаллахумма бихамдик, ва нашхаду ан ля илаха илля анта, астагфируха ва атубу илейк.